Вы посмотрите, кто здесь, кто здесь. Для начала представьтесь, как вас зовут? Меня зовут Куралай. Куралай? Да. И? Меня Шахризада. Шахризада. Угу. Давайте вкратце, прям коротко. Сколько занимаетесь спортом? Мы уже около 3 лет в БЖЖ. Здесь, да. Этого тренера? Да. Нравится? Безумно. Безумно. И? Я занимаюсь... Почти 2 месяца, ну, 1.5 месяца. Кто позвал? Меня позвала Шахризада. Вы дружите? Да. Да. Но благодаря BJJ мы начали дружить, а до этого я занималась боксом. Боксом? Да. Да зачем? Ну-ка, давай право прямой. Что вас мотивирует ходить на тренировки? Что? Что? Объясните мне, пожалуйста. Скорее всего, мы, наверное, здесь находим себя. И насколько наполовину нашла себя уже? Скажем, на 200%. А ты? Я могу сказать, что почему я пришла, меня мотивировала Шахризада, потому как она борется, как красиво дерется. Вы же совершеннолетний дитя. Конечно. Ребята. Боятся. Давайте миф этот Никто не хочет быть отбивным. Развеем этот миф, скажем, что мы добрые, симпатичные, да? Мы безобидные. Так что будем звать ребят заниматься? Конечно, идемте. Ребята, приходите в наш зал Лудос, занимайтесь BJJ. Это спорт, это стайл, это жизнь. Ты рэп читаешь, кстати. Ты из Блэкстара? Да, она из Блэкстара. Короче, личная жизнь, что там? Начинается. Я пока свободна. Отметим инсту вашу здесь. Отметим. Давайте собачка. Собачка. Куралай Албай. Спасибо большое. Вам спасибо. Давайте поворот назад, типа.